никогда не победят того народа, в котором рабочие и крестьяне в большинстве своем узнали, почувствовали и увидели, что они отстаивают свою советскую власть трудящихся. Так говорил Ленин. Это фильм о великом подвиге народа. Боевых товарищей однополчан, живых и мертвых, встретите вы. Быть может, мать увидит давно оплаканного сына, погибшего мужа, вдова. Встретите вы тех, что замучены в фашистских лагерях смерти. Лишь некоторые страницы летописи войны великой, отечественной, пройдут перед вами. И вновь переживая радость звездных часов победы, будем вечно помнить тех, кто отдал жизнь за мир на земле. Последние часы штурма Берлина. От руин Сталинграда пронес солдат простреленное победное знамя. И вот оно над Рейхстагом. Над Рейхстагом, провокационный поджог которого в 1933 году нацисты использовали для укрепления своей власти. Фашизм — это война. Они жгли в средневековых кострах книги великих гуманистов. Библия фашизма провозгласила немцев высшей расой. Завоевать мировое господство, поработить человечество, призывал их Адольф Гитлер. Немецкие коммунисты боролись против коричневой чумы нацистов. Вел их Эрнст Тельман. Его злодейски убили в фашистском концлагере. Хозяева Германии, банкиры и промышленники поддерживали своего слугу. Они, как и прусский генералитет, мечтали о захватнических войнах. Руками президента, престарелого фельдмаршала Гинденбурга, германский милитаризм вручил власть фюреру. Пушки вместо масла. Фюрер хочет видеть в ваших глазах блеск хищного зверя, твердили им. Их еще можно было остановить. Мы призывали народы к объединению перед лицом общей опасности. Но этому мешал антикоммунизм западных политиков, их тайное и явное сочувствие к Гитлеру. Еще не поздно, говорил наш нарком Литвинов Лиге наций. Смотритесь в лица. Безразличие, раздражение, скука. Недалекие политики твердили, надо уступать фашизму, и тогда гитлеровские танки раздавят большевиков.
Премьер Даладье вернулся из Мюнхена в Париж. Премьер Чемберлен в Лондон. Они думали задобрить Гитлера, пожертвовав Чехословакией. Смотрите, я привез вам мир. Вот что он привез Европе. Первые выстрелы Второй мировой войны прозвучали на польской земле. Гитлеровские корабли атаковали Гданьск. Бомбовые удары обрушились на мирную Варшаву. Польский народ первый в Европе принял на себя тяжкие испытания войны. Капитулировали Копенгаген, Роттердам. Солдаты Гитлера сыпались с неба на города и страны. Вторгались с моря. Сламывали границы. Они в Скандинавии. У вечных руин Эллады. Они в столице Франции. Свастика ползла на Эйфелеву башню. Последние английские дивизии покинули берега Франции. Трагедия Дюнкерка расплачивалась Англия за Мюнхен. После побед в Европе фашизм стал готовиться к решающей своей войне. Гитлеровский генералитет разработал план Барбаросса. Вот сверхсекретная карта. Нападение должно быть внезапным. Молниеносная война. Через 2-3 недели в Москве. Конечная задача операции – отгородиться от азиатской России по линии Архангельск-Волга. В декабре 40-го года Гитлер утвердил план Барбаросса. Советская разведка знала о накапливании крупных сил у нашей границы. Рихард Зорге сообщал из Токио, что немецкое наступление против Советского Союза начнется во второй половине июня. Гитлер готовится вероломно нарушить пакт о ненападении на Советский Союз, подтверждали донесения других наших разведчиков. Но Сталин не принимал во внимание этих тревожных сигналов, и поэтому советская армия не была приведена в боевую готовность. Ошеломившие нас первые часы войны с
снимали лишь гитлеровские кинооператоры. Удары с воздуха внезапно обрушились на аэродромы. Сотни боевых самолетов погибли в первый день войны. Не успев сделать выстрела, горели наши танки. Греми, родная земля, их безвестных. Они стояли за тебя насмерть. Нашествие Батыевых орд. Серия эти не знала Русь такой беды. Снимайте же на священную войну. Враг силен, вероломен, коварен, схватка смертельна, Родина в опасности. Партия убивает, помогай Красной Армии, дерись до последней капли крови за наши города и села, разжигай партизанскую войну везде и всюду. Не оставляй врагу народное добро. После первых внезапных ударов на важнейших направлениях силы гитлеровцев значительно превосходили наши. Но танковые лавины, стремительно и легко прокатившиеся по многим странам Европы, столкнулись с сопротивлением яростным и стойким. И все же общее положение становилось все тревожнее. Гитлеровцы взяли Каунас, захватили Гродно, Минск, Ригу. 3 июля с изложением разработанной партией правительством в первые дни войны программы выступил по радио председатель Государственного комитета обороны Сталин. Товарищи, граждане,
братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои. С огромным вниманием и волнением слушали люди, обращенное к ним слово коммунистической партии. Брат Жестов и Немелин, он ставит своей целью захват наших земель, полит их нашим потом. Захват нашего хлеба и нашей нефти, добыт их нашим трудом. Он ставит своей целью восстановление власти помещиков, восстановление царизма, разрушение национальной культуры и национальной государственности русских, украинцев, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин, армян, азербайджанцев и других свободных народов Советского Союза. Их онемечение, их превращение в рабов немецких князей и баронов. Дело идет таким образом о жизни и смерти советского государства, о жизни и смерти народа СССР, о том, быть народом Советского Союза свободными или впасть в порабощение. Советские люди, превратившие свою страну за годы советской власти в могучую социалистическую державу, были полны решимости отстоять завоевание социализма, разгромить коварного и жестокого врага. Пограничная Брестская крепость. Она уже в глубоком вражеском тылу. Месяц держится ее бессмертный гарнизон. Огнеметы плавят кирпич. И слабеющей рукой раненый царапает на стене. Умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. Гитлер привез в Брест Муссолини. Они торжествовали. Пройдут годы, и народной святыней станут эти руины. Но тогда, в 41-м, захватчики шли вглубь нашей страны. Правда, не так, как бывало кое-где в Европе. Всякое сопротивление бессмысленно! Давайте! Всякое сопротивление бессмысленно! Давайте! Горькое лето 41-го. Уходят. Врываются чужие, ненавистные. Охотятся за людьми, хладнокровно, методично. Гонят по дорогам рабства. Тяжело вспоминать обо всем этом. Но это нужно помнить. Казанские леса.
как в отечественную 12-го года, как в гражданскую, семьями, деревнями. К партизанским вожакам, оставленным партией во вражеском тылу. Начинали с малого, но скоро станут они грозной силой. В памяти первой недели войны отмечены трагедией поражений. Но ведь уже тогда рождалась у нас гвардия. Но уже тогда отбрасывали мы врага за Днепр. Стойко обороняли Киев. В длительном и упорном Смоленском сражении задержали продвижение гитлеровцев на Москву. Разбили врага под Ельней. Русская «Катюша» впервые заговорила с врагом еще в июле, под Оршей. И уже в первые недели войны не всегда был у гитлеровцев блеск хищного зверя в глазах. Помните? Вместе с гитлеровцами против нас шли дивизии румынского фашиста Антонеску, чернорубашечники Муссолини. Гитлеру помогали полки Маннергейма и войска венгерского диктатора Хорти. Франко послал на Восточный фронт голубую дивизию. Даже бельгийские фашисты собрали легион в поддержку крестового похода против коммунизма. Россия 41-го года. Ожесточившаяся, готовая окапываться на каждом рубеже, голодать, терпеть любые лишения, но выстоять. Одесса сражалась на левом фланге страны фронта. Из каждых 100 коммунистов 90 ушли на передовую. Войски держал оборону Севастополь. Противник превосходил севастопольцев и в танках, и в пушках, и в самолетах, но не в мужестве, но не в доблести. Флот и берег вместе. В штабе обороны адмирал Октябрьский, генерал Петров.
врагом меньше, зарубкой больше. Двести пятьдесят дней, 250 ночей выстоял Севастополь. Уходя, клялись, вернемся. Неприступным бастионом оставался Ленинград. Мурманск простоял всю войну на правом фланге фронта, что протянулся от Черного моря до Баренцева. Здесь, в Заполярье, врагу не дали продвинуться вглубь страны дальше 2-3 десятков километров от государственной границы. Москва, как много в этом звуке, для сердца русского слилось. Москва непривычная, настороженная. Его таранил в ночном московском небе герой Виктор Лихин. Ставка Верховного Главнокомандования в ходе боев совершенствовала управление, реорганизовывала войска, формировала резервы. Рядом с боевыми командирами, военные комиссары, политруки, посланцы партии. Бой уходили с партийным билетом у сердца. Фронтовика первой рекомендацией в партию была его воинская доблесть. Так умирали коммунисты. В конце сентября гитлеровцы начали операцию «Тайфун». Генеральное наступление на Москву представлялось им ураганом, сметающим все на своем пути. В помощь войскам, оборонявшим столицу, двинулись народные ополченцы, коммунистические батальоны москвичей. Бои шли всего в сотни километров от Москвы. Почувствуйте сердцем, люди наших дней, что это было. Сама столица Родины в опасности. Москва на осадном положении. Наша Москва. И уже готовы рубежи обороны у московских застав и окраин. И падают подмосковные сосны там, куда рвутся вражеские танки. Гитлеровцы были озабочены предстоящим размещением войск в Москве. Составляли план парада победы. Они были убеждены, силы русских на исходе. За нее, за Москву,
стояли насмерть герои-панфиловцы. Почти по два вражеских танка пришлось на человека. И не прошло. Велика Россия, отступать некуда, позади Москва, сказал политрук Клочков, руководивший боем. За Москву погибла героиня-партизанка-комсомолка Зоя Космодемьянская. Она была школьницей, почти девочкой. Прикрывая столицу, беззаветно сражалась Тула. В упорных оборонительных боях за каждый клочок подмосковной земли рождалась уверенность. Отобьем врага. Выстоим, говорили защитники столицы всесоюзному старости Михаилу Ивановичу Калинину. Ноября 41 года. Слышал изумленный мир. В прифронтовой Москве торжественное заседание, посвященное годовщине октября. Как в мирные годы. Как всегда. Только не в Большом театре, а на станции метро Маяковская. На Красной площади парад. Как всегда. Только форма не парадная. Только с парада прямо в бой. Среди руководителей боевых операций под Москвой были генералы Жуков, Соколовский, Конев, Рокоссовский, Говоров, Болдин, Белов и другие военачальники. Ставка Верховного Главнокомандования заблаговременно подтянула резервы. Под Москву пришли сибиряки. Второе генеральное наступление гитлеровцев началось в середине ноября. Они прорвались туда, куда москвичи по воскресеньям ездили в пригородной электричке. Она уже видна, столица большевиков. И вдруг советские контрудары под Ростовом. Под Тихвином. Ростов наш. И неожиданно для врага Москва. Сама Москва пошла в контрнаступление. Удар был хорошо подготовлен и рассчитан. И не было чуда. Была еще Лениным определенная закономерность. Победа в конечном счете обуславливается состоянием духа тех масс, которые на поле брани проливают свою кровь. Надломились, не пришли в отчаяние в трудные первые месяцы войны. Собрали силы и от самых ворот осажденной столицы отбросили покорителей 9 государств Европы. Вот что такое народ, ведомый Ленинской партией. Генерал-народ победил под Москвой. И никакие легенды о генерале Морозе никогда не умалят значения великой этой победы.
полтораста, на 250 километров отброшен был враг. И увидел советский солдат, что принес родной нашей земле фашизм. Эхо нашей победы под Москвой разнеслось по материкам и океанам. Красная армия продолжала наступать. Фашистская Германия потерпела первое в мировой войне крупное поражение. Идену, министру иностранных дел Великобритании, показали поля сражений. Здесь похоронен план молниеносной войны. Как нужен сейчас второй фронт в Европе? Но Запад не будет спешить с его открытием. Когда гремели пушки под Москвой, сотни эвакуированных заводов были еще в пути, в колесах. Другие только оседали в снежных степях далеко на востоке. Арсеналом фронта была созданная предвидением партии в довоенные годы могучая индустрия Урала и Сибири. И не остановились станки тех, кто надел солдатскую шинель. А ведь еще вчера они мастерили модели планеров и беззаботно пели у пионерского костра. Мы победили под Москвой и потому, что страна жила одним. Все для фронта, все для победы. Тем временем, после внезапного сокрушительного удара японцев по американской базе Пёрл-Харбор, война охватила бассейн Тихого океана. Англичане почти без боя сдали японцам Гонконг. Пал Сингапур, мощнейшая британская крепость. Японские армии победно шагали по Юго-Восточной Азии. Война и в Африке. Экспедиционный корпус Роммеля в начале 42 года, тесня англичан, приблизился к Александрии. Гитлеровцы рвались к пирамидам Египта. Роммелю нужны были подкрепления, но Гитлер бросал все резервы на советско-германский фронт. Фашистская авиация продолжала бомбить мужественно оборонявшийся Лондон. Но было уже ясно, вторжения на острова не будет. Силы гитлеровцев оттекли на Восточный фронт. И Англия часть своего военного флота смогла направить теперь для борьбы с гитлеровскими подводными лодками, которые пиратствовали на коммуникациях Атлантики. На многих участках советско-германского фронта гитлеровцы перешли к обороне. Им не удалось захватить Ленинград.
Гитлер мог задушить город в кольце блокады. Питерская рабочая гвардия. Среди них и те, кто штурмовал Зимний. Дней держаться им в блокаде, и выстоят ленинградцы. Изможденные голодом, терзаемые стужей, не сложат оружие. Не уйдут из цехов. Это на день. В самую лютую блокадную зиму Ленинград не разлюбил книгу. Академик Никольский набрасывал эскизы будущей арки Победы. Шостакович писал знаменитую седьмую симфонию, симфонию всепобеждающего мужества. В музеях своих хранил Ленинград трофеи былых походов и ключи от сдавшихся городов Пруссии. Переживаем мы сегодня боль и горе Ленинграда. Тех, в ком едва теплилась жизнь, увозили по ледовой трассе Ладожского озера. Единственной дороги, связывавшей огромный город со страной. Дорисными тайными тропами пробивались к ленинградцам партизанские обозы с хлебом. Террором и голодом сломить Ленинград, потом сравнять его с землей. Таков приказ. И таков ответ Ленинграда. Кончилась первая блокадная зима. Самое трудное теперь позади. Будет легче. Много легче. Последние рейсы по весеннему льду Ладоги. Вот-вот на вахту дороги жизни станут корабли Ладожской флотилии. Пришла весна и в партизанские края. Всюду были они в тылу врага. Я, гражданин Великого Советского Союза, верный сын героического русского народа, клянусь, что не выпущу из рук оружие, пока последний фашистский гад
на нашей земле не будет уничтожен. За сожженные города и села, за смерть детей наших, за пытки, насилие, издевательство над моим народом, я клянусь мстить врагу жестоко, беспощадно и неустанно. Кровь за кровь, смерть за смерть. Генерал-фельдмаршал Клюге докладывал Генштабу о действиях партизан. Я вынужден со всей серьезностью указать на всю опасность сложившейся обстановки. Танки, конечно, нужны фронту. Но в партизанских лесах тоже настоящая война. Конференция в тылу врага. Слушали о летнем наступлении гитлеровцев. Постановили удвоить удары с тыла. Снова тревожные сводки Совинформбюро. Отсутствие второго фронта в Европе позволило Гитлеру увеличить численность войск на востоке. Гитлеровское командование уже не решается вести наступление на всем фронте, но добилось значительных успехов на юге. Тяжелые оборонительные бои идут в большой излучине Дона. Враг угрожает Сталинграду и Северному Кавказу. Это гитлеровская кинохроника. Пусть Берлин видит. Поражение под Москвой – случайность. Ахтунг! Танки фюрера снова наступают, как в первые дни войны. Ахтунг! Вот так мы бомбим русские переправы. Войска фюрера форсируют Дон. Теперь молниеносный бросок нах Вольга. А правда была иной. На подступах к Сталинграду гитлеровцы встретили ожесточеннейшее сопротивление. Здесь началась величайшая битва Второй мировой войны. Напряженность боев нарастала день ото дня. Наши войска противостояли натиску превосходящих сил противника. Сталинграду рвалась одна из самых боеспособных армий фашистской Германии. Командовал ею генерал Паулюс. Сталинград не был крепостью, обыкновенный мирный город. Партия сказала, он должен стать крепостью на Волге. Августа тысячи и тысячи бомб посыпались на город. И когда поднялось над планетой пламя Сталинграда, в тревоге спрашивали себя люди, неужели фашизм побеждает? Неужели все это станет и нашей судьбой? Неужели, думали люди, всему, что мы любим, суждено обратиться в пепел и руины?
Сталинград еще отбивал массированные удары с воздуха, когда гитлеровцы захватили Мазур. Запах грозненской и бакинской нефти щекотал им ноздри. Они двигались к главному кавказскому хребту. И люди горных аулов спешили на помощь Красной Армии. Окраины Сталинграда. Но сейчас они торжествуют. Победа близка, близка. Вот она, главная река русских. И к Эльбрусу подбираются горные егеря, чтобы поднять флаг над высочайшей вершиной Кавказа. Железные кресты, награда фюрера. Фюрер сам будет вручать медали за сталинградскую победу над Россией. Волга поддерживала Сталинград. Доставляла ему подкрепление. Сражалась. Переправы в атаку. Армией, оборонявшей город, командовал Чуйков. Это Родимцев с гвардейцами своей дивизии. Они знали, в уличном бою солдат сам себе генерал. Дрались за каждую лестничную клетку. За господствующее окно. Помнили клятву сталинградцев. За Волгой для нас земли нет. Гудел над миром тревожный набат. Люди планеты, в Сталинграде решаются ваши судьбы. Но за дымом великой битвы сходило уже солнце нашей победы. Уже почти полтора года бушевала война на нашей земле, но гитлеровцам не удалось достигнуть своей главной цели – разгрома советской армии. Тем не менее, на огромных захваченных территориях человек высшей расы продолжал хозяйничать, приказывать, грозить, расстреливать. Словом, вполне наслаждаться той миссией, которой его наделили программа фюрера и инструкция Альфреда Розенберга, имперского министра по оккупированным восточным областям. Смотрите кадры немецкого пропагандистского фильма, который должен был изображать отношения между руководителями-оккупантами и руководимыми украинскими селянами. Селяни, те, що ваша сільська громада святкує сьогодні передачу землі в приватну власність, ви завдячуєте німецькій армії. Это и был их новый порядок. Прут под дулами автоматов. Наконец-то он дорвался до возможности грабить на законном основании. Вот они в минуты высшего торжества тевтонского гения. Герман Геринг говорил своим эмиссарам: «Я намерен грабить и грабить эффективно. Вы посланы туда, чтобы выкачать все возможное».
Гитлеру нужны были не только хлеб, уголь, нефть. Ему нужны были миллионы рабов. Была тщательно разработанная система. Они вводили на захваченных землях свой порядок. Тот идеал порядка, который они любили и хотели установить во всем мире. Могут сказать, это было давно. И раны уже затянулись. И мир с тех пор так изменился. Нужно ли снова напоминать об этом? Вглядитесь в эти лица. Слушайтесь голосу немых документов. Миллионы должны были умереть ради торжества их нового порядка. На краю могилы, перед прожорливой пастью крематория, какой призыв выстукивали сердца обреченных, какой клятвы требовали от нас, продолжавших борьбу, и от вас, юных, кто тогда еще и не жил. Не забудем, не простим. Вот та клятва. Люди, будьте бдительны. Разве на нашей планете не видим мы и сегодня прямых подражателей этим убийцам со свастикой? Сотни концлагерей по всей Европе. Чудовищная индустрия смерти, уничтожившая миллионы. Они сделали из убийств доходную статью своего Рейхсбанка. Одних убивали, потому что славяне, других, потому что евреи. Убивали. Убивали. Вернуть миру надежду суждено было советскому солдату, тому, кто выстоял в Сталинграде, где не было метра земли, не изуродованного снарядом или бомбой. Вернуть человечеству веру в завтрашний день должны были те, кто в эти дни спешил к Волге. Здесь скрытно готовилась операция невиданного масштаба. Советский тыл самоотверженно трудился ради победы в решающем сражении. В район Сталинграда ежесуточно прибывало более 1300 вагонов с военными грузами. По плану ставки, которую в этой операции представляли Жуков, Василевский и Воронов, Донской фронт под командованием Рокоссовского, Сталинградский во главе с Еременко и Юго-Западный, которым командовал Ватутин, должны были действовать с трех сторон на 400-километровом фронте с задачей взять в кольцо сталинградскую группировку немцев. Армия, по-видимому, не располагает достаточным количеством сил. Великий день. Братское объятие двух фронтов сомкнулось в нерасторжимое кольцо, в которое попало 330 тысяч фашистских солдат и офицеров.
Гитлеровское командование безуспешно пыталось помочь им прорывом кольца извне. Провалили старые попытки создать воздушный мост для снабжения окруженных. Сотни немецких самолетов были здесь уничтожены. Наше командование направило к окруженным парламентера. Во избежание напрасного кровопролития им было предложено сдаться. Истекали минуты, предоставленные им для выбора. Наш ультиматум был отвергнут. Предлагали жизнь, но те, кто решал их судьбу, выбрал для них смерть. Так окончилось длившееся 200 дней и ночей сражение у Сталинграда. Окончилось катастрофой для немецко-фашистской армии. Генерал-фельдмаршал Паулюс, командующий 6-й германской армией, предъявил генералу Шумилову свои личные документы. Почти 1,5 миллиона своих солдат и офицеров потерял враг под Сталинградом убитыми, ранеными и пленными. Разгром отборных немецко-фашистских войск под Сталинградом, наша победа в сражении, не имевшем равных в истории войн, это было начало. Начало бесславного конца гитлеровской империи. На берегах Волги мы надломили германскую военную машину. Но все же враг был еще силен и надеялся повернуть ход войны. Пока под разными предлогами западные державы откладывали открытие Второго фронта, промышленность всей Европы поставляла оружие Гитлеру. Этому противостояли Урал и Сибирь. Те заводы, что в начале войны откочевали на восток. И та могучая индустрия, которая была детищем первых пятилеток. Чтобы побеждать на фронте, нужно было выиграть и битвы тылов. Здесь проявились патриотизм советского народа и организаторская воля партии. Самоотверженно трудились для победы конструкторы боевых машин. Летающим танком называли тот самолет-штурмовик, который сконструировал Ильюшин. В тысячах воздушных боев побеждали наши летчики на самолетах-истребителях, носивших имя Яковлева. Пушки, созданные Василием Гавриловичем Грабиным, были грозой для врага. Академик Патон не упоминался в военных сводках, но можно сказать, что он был участником всех танковых сражений. Его автомат для электросварки позволил намного ускорить выпуск бронированных машин. Теплота женских рук в этом грозном металле. Труд матери, растивший детей в пору скупых продовольственных карточек, служил делу победы. И вдовий труд
сколько их, прочитавших в недобрый час, пал смертью храбрых, трудились для фронта. В глубины России шло все больше боевых машин, и с каждой связана была чья-то судьба. Михаил Михеев, Семен Михеев, Петр Михеев, отец Дмитрий Федорович Михеев, танковый экипаж, три брата. Возвращайтесь с победой, сыны. Летом 1943 года, пытаясь взять реванш за Сталинград, враг сосредоточил на флангах Курской и другие 50 дивизий и много своих новых танков – «Тигров» и «Пантер». В обращении Гитлера к войскам было сказано: «От успеха этого сражения зависит все». Ночь на 5 июля. Они думали застать нас врасплох. Замысел, взлелеянный в гитлеровском штабе, был разгадан, и там, где враг намеревался наступать, была создана глубоко эшелонированная оборона. С точностью до минут разведка установила намеченные противником сроки. Это позволило нашей артиллерии нанести мощный упреждающий удар. Тысячи стволов гвоздили по вражеским войскам, изготовившимся к наступлению. Шли дни и ночи ожесточенных оборонительных боев. Вот уже ударные силы, сосредоточенные врагом для решительной победы над советской армией, сломлены и не способны идти вперед. И в тот самый час, не раньше и не позже, когда мощь врага подорвана, и он еще не оправился, контрнаступление. Стратегическая инициатива теперь уже навсегда перешла к нашей армии. Двинулись в согласованном порядке 5 фронтов. Ватутин командовал Воронежским. Конев — Степным. Рокоссовский — Центральным. Попов — Брянским. И Соколовский — Западным. В тяжелых боях, преодолевая упорное сопротивление, наши армии в неудержимом порыве рвались вперед. И вот уже наши танки в Орле. Освобожден Белгород. Августа. Первый салют. Родина славила героев Орла и Белгорода.
победа в Курской битве открыла широкие пути для наступления советских войск на 2000-километровом фронте. Десятки городов, тысячи селений возвращались к жизни. Победы на нашем фронте дали возможность союзникам провести операцию в Италии. Высадка английских и американских частей прошла успешно, и вскоре Италия вышла из войны. Ненавистный народу фашистский режим должен был пасть. Давно ли Дуче мнил себя Цезарем? У всех идолов, в конце концов, одна судьба – гнев и презрение народа. Впрочем, Муссолини с помощью своих друзей, немецких фашистов, получил небольшую отсрочку. Банда гитлеровцев похитила его из тюрьмы. Вот он рядом со своим спасителем Отто Скорцени, крупнейшим мастером бандитских диверсий. Очень скоро Италия узнала, для каких дел кровавый Дуче еще нужен был фюреру. На оккупированной гитлеровцами итальянской территории прокатилась кровавая волна фашистского террора. Но все-таки суд народа свершился. Осталось только помолиться. Еще несколько минут, и партизаны приведут в исполнение справедливый приговор. Партизанские залпы звучали во всех порабощенных странах Европы, как далекое эхо побед, одержанных Красной Армией. Ширилась народная война в Югославии. Вспыхнуло словацкое национальное восстание. В Польше сражались партизаны армии Людовой. В Албании, в Болгарии развернулась антифашистская борьба. Бились за свободу партизаны Греции и Франции. Французские патриоты-моряки взорвали и потопили в Тулоне свои боевые корабли, чтобы они не достались врагу. Миллионы людей во всем мире прислушивались к победной поступе нашей армии. Отступая, гитлеровцы уничтожали все, что могли. «Все сжигать дотла», — говорилось в приказе самого фюрера. Было придумано и название тому, что они оставляли после себя. Зона пустыни, как все варварства фашистов. И это имело своих теоретиков и обученных исполнителей. Они делали эту работу методически и не без удовольствия. Сегодня на эти руины мы вправе испытывать не только чувство грусти. Прошли годы. Здесь теперь опять шумят города-красавцы. Это чудо свершил народ-труженик. Его не ставишь жить в зоне пустыни. Но жизнь человеческую не возродить.
смотреть бы на это, закрыть. Нет, историю надо знать. Никому не позволим вычеркнуть из истории этого ребенка. Те, кто возвращался в свои селения, на пепелище, начинали жить. С горем, с болью, еще не притупившейся, но жить. Как ни старалась гитлеровская машина умертвить все, только ушла она, сразу началась жизнь. Прогресс снова должен был дать ток. Уголь Донбасса нужен был уже сегодня. И металла нетерпеливо ждали только что возрожденные цеха, чтобы новыми боевыми машинами оснащать рвущиеся на запад войска. Дав разгон от Курска, освободив Харьков, Донбасс, все левобережье, к началу осени мы вышли к Днепру. Форсирование Днепра было произведено сходу, без долгих проволочек. И это невиданно дерзкое дело, наверное, потому и могло осуществиться, что отвечало жгучей потребности каждого. Впереди был Киев, чье сердце не тосковало о нем. Уже Богдан и Тарас. Много. Ох, как много горя повидал Кобзарь за эти 2 года. Теперь гитлеровское командование уже не думало о наступлении. Приходилось довольствоваться сомнительной стратегией, которую они называли частичной обороной. В тылу захватчиков действовали в эту пору целые соединения народных мстителей с опытными, закаленными в опасностях коммунистами. Сидор Ковпак, Александр Сабуров, партизанский комиссар Семен Руднев, вожак белорусских партизан Шмырев, звали его батька Минай. Далеко за линией фронта возникали обширные партизанские районы, имевшие постоянную связь с большой землей. Большая земля присылала партизанам оружие. Редко.
только партизанские части выполняли задания командования фронтов и ставки. Они были грозой для захватчиков. Народные мстители всюду сеяли панику, уничтожали гитлеровцев и их пособников, предателей Родины. Новый 1944 год принес радостную весть с берегов Невы. Наступил час окончательного освобождения Ленинграда из тисков блокады. Войска двух фронтов при поддержке славного краснознаменного Балтийского флота разгромили вражеские соединения, которым фюрер давал директиву стереть с лица земли город Ленина. Позади 900 дней страданий и тьмы. Шагайте смело, ребята. Наступление под Ленинградом было первым в серии последовательных ударов, которые наша армия обрушивала в том году на гитлеровцев. На Украине Корсунь-Шевченковский котел. Взято в кольцо и уничтожено более 10 дивизий. Героическим штурмом Сапун-горы и освобождением города русской славы Севастополя завершилась победоносная Крымская операция. Здесь каждый камень говорит о доблести, и нет клочка земли, не обогренного кровью героя. Возвращаясь на родной рейд, корабли поднимали сигнал в честь города-героя. 100 000 вражеских солдат и офицеров было убито и взято в плен при освобождении Крыма. Севастопольский мальчик, может быть, потомок нахимовского матроса, и, наверное, сын красноармейца. Будь счастлив, мальчуган. В третью годовщину войны наше командование предприняло грандиозную наступательную операцию в Белоруссии. 400-километровая была пробита в центре германского фронта. Вражеские армии расчленены, разбиты, взяты в котлы. Многострадальная и героическая Белоруссия была освобождена. В столицу республики вернулось наше советское знамя. В дни этого года блистательных побед советского оружия Москва стала свидетелем небывалого зрелища. Почти 60 тысяч захваченных в Белоруссии пленных прошли перед москвичами. Они мечтали в парадном строю пройти по Москве. Им это обещали многоопытные генералы. Те, кто построил военную машину для Бесноватого, кто придал его безумным планам завоевания мира всю видимость стратегической доктрины, точно рассчитанной, как эти ряды, и столь же безнадежной, по сути, как эта толпа. «Хайль!» — кричали они, — «господство в воздухе!» «Хайль!» — немецкие танки никто не остановит! «Хайль!» — немецкий солдат в одну летнюю кампанию завоюет Россию! Не вы ли, генерал, подсчитали это на штабной карте? Или, может быть, вы? Припомните стрелы до Урала.
гребне боев, решавших судьбу советской родины, крепло полководческое искусство, которому суждено было похоронить надменную стратегию врага. Полководцы ленинской школы противостояли генералитету Германии. На заре эпохи, когда армия рабочих и крестьян созидала с волей партии, гением Ленина, начинали свой путь наши генералы и маршалы. Великая Отечественная война была суровой школой для наших командиров, умевших учиться и переучиваться в огне сражений. Теперь, на завершающем этапе войны, превосходство советской военной мысли проявлялось в полной мере. Мастером боя стал воспитанный партией в огне офицер нашей армии. Сам солдат и отец солдатом. И солдат, как говорил Суворов, хорошо уже знал свой маневр. Что изведал солдат, что перевидал, хватило бы на 10 жизней. Павшего шла живая нить. Любил солдат жизнь, хоть и коверкала ее война. Насмерть стоял ради жизни на земле. Фронтовые, меренные, звали вперед. Переправа. Обыкновенное слово. А что оно порой значило для солдата?
сласть поспать. Об этом бывало месяцами мечталось. Кто воевал, знает, каков труд солдатский. Или ж тот, кто не воевал, скажет, что в бой идя, не знал солдат страха. Скорее всего, разойдутся их дороги, а закрутка эта не забудется. Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармон про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях над Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Спасибо почте полевой. Находила солдата, куда б его не забросила военная судьба. Вручала тебе письма. Ты сейчас далеко, далеко, между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Пой, гармоника, вьюге назло, заплутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Собирались бойцы в разведку. Хранение старшине, так положено. Трое пошли. Двое не вернулись, остались документы. Да еще то в памяти товарища, о чем словами не расскажешь. Говорят уважительно, воин. А он, приглядитесь, мальчишка. Вот он такой же в воздухе. В первом своем бою. Ну и мастер, восхищаются внизу. С победой тебя! Глядите, какого матерого сбил. Проходил солдаты там, где конь срывался. И зверя бывало будил в чащобе. Стойкостью его и отвагой восхищается мир. Нет, лучше, чем у Твардовского, не скажешь о солдате. То серьезный, то потешный, ни почем, что дождь, что снег, в бой, вперед, в огонь кромешный он идет, святой и грешный, русский чудо-человек. Весной 44-го года вступил советский солдат на румынскую землю. Скоро его встретят города и селения многих стран Европы. Встретят как вестника свободы, как друга и брата народов. Встретят в Бухаресте, сбросившим иго ненавистного режима Антонеску. Встретят в Софии,
Рядом с нашим солдатом пойдут в бой воины болгарской народной армии. Встретят в Белграде. За его освобождение советский солдат бился плечом к плечу с бойцами Народно-освободительной армии Югославии, партизанами Иосипа Броза Тита. На польской земле. Словакии. Герой скрип советского солдата-освободителя. И сегодня можно проследить по священным вехам, оставшимся в 9 государствах. Июня 1944 года началось долгожданное вторжение союзных армий в Нормандии. Теперь, вдобавок к Восточному фронту, где были заняты основные силы, гитлеровцам придется драться и на Западе. Кровью вступил наконец на родную землю верный сын Франции. Вслед за передовыми войсками на освобожденную территорию прибыл генерал де Голль. В Париже, который был еще в глубоком тылу, народ сам приступил к изгнанию оккупантов. Как некогда их деды-коммунары, парижане возводили в своем городе баррикады. Мы радовались в эти дни вместе с вами, наши боевые друзья, отважные летчики из эскадрильи «Нормандия». Вы были с нами в боях. Точно так же, как рядом с патриотами Франции сражались наши, имен которых мы тогда не знали. Они увековечены на этих могильных плитах и всегда будут жить в памяти народов, напоминая о нашей общей борьбе против фашизма. После 4 лет подполья, наконец-то в открытом бою мстят захватчикам отважные бойцы французского сопротивления. С братским сочувствием следили мы за борьбой патриотов Франции. Назад пришла на советскую землю война. В роковое утро 22 июня здесь впервые пролилась наша кровь. Лейтенант Обухов был в этот час на пограничной заставе. Принял свой первый бой. Здесь смертью храбрых пали его боевые друзья.
Теперь наступил час, когда война вернется туда, откуда она пришла. К тем, кто ее начал. К тем, кто поверил, что война сделает их владыками мира. Массированные налеты союзной авиации на города Германии становились все более разрушительными. Уже давно, должно быть, позабыл свою клятву, что никогда ни одна бомба не упадет на Германию. Даже сквозь грохот авиационных бомб слышен был по всей Германии мерный солдатский шаг. Это шел по немецкой земле наш воин-победитель. Будет таких встреч на чужбине. Что может быть горше этого? Наша девушка с печатью рабыни. Открылись ворота лагеря и вышли на волю плененные фашистами солдаты союзных армий. В эту зиму американо-английские войска оказались в тяжелом положении в районе Арден. Здесь успешно развивалось предпринятое гитлеровцами наступление. Фронт союзников был под угрозой разрыва. Тридцать тысяч американцев попали в плен. Черчилль писал Сталину: «Я буду благодарен, если вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы». Сталин ответил: «Учитывая положение наших союзников на Западном фронте, Ставка Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему Центральному фронту». В наступательной операции приняли участие войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. Теперь гитлеровцам было уже не до Арден. Они срочно перебрасывали свои войска на основной, Восточный фронт.
этих боях плечом к плечу с советскими воинами сражались соединения войска польского. Первое боевое крещение польские воины получили на советской земле в боях за освобождение деревни Ленина. Многострадальная Варшава снова под польским знаменем. Боевое братство с войском польским увенчано славной победой. Эти руины обильно политы кровью. Здесь бились с фашистами герои Варшавского восстания. Тысячи патриотов пали в неравном бою за новую счастливую Польшу. Когда наша армия была уже близка к тому, чтобы нанести свой последний сокрушительный удар по гитлеровской Германии, в Крым, в Ялту съезжались участники конференции союзных держав. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент Соединенных Штатов Америки Франклин Рузвельт, председатель Совета министров СССР Иосиф Сталин. За круглым столом руководители Соединенных Штатов, Великобритании и Советского Союза согласовали свои военные планы, включая и общий план разгрома Японии, и установили основные принципы организации прочного мира и международной безопасности. Здесь приняли на себя обязательства союзники создать гарантию, что Германия никогда больше не будет в состоянии нарушить мир всего мира. Участники конференции решили учредить всеобщую международную организацию объединенных наций для поддержания мира и безопасности. В эти дни войска 2-го и 3-го украинских фронтов в Будапеште 200-тысячной группировки врага. Город, стоявший на кратчайшем пути в Австрию и Южную Германию, был превращен гитлеровцами в крепость. Здесь каждый шаг вперед был подвигом. Когда бой умолк, и тишина опустилась на улицы израненного города, и новый день взошел над Будапештом, это был уже первый день столицы Новой Венгрии. Через 2 месяца еще одна столица, древняя Вена, была освобождена советской армией после напряженных боев. Австрии была возвращена свобода и государственная независимость. Это были дни, когда все говорило о приближающемся финале величайшей из войн. Позади были тысячи километров фронтовых дорог. Остались десятки. Шло сосредоточение сил для последнего завершающего удара. Орудий и минометов на 1 километре фронта на участках прорыва. Цель — Берлин. Огонь! Фронта, нацеленных на Берлин, имели в своих рядах 2,5 миллиона бойцов, вдохновленных стремлением добить фашистов. Огонь!
имперская столица, говорилось в приказе гитлеровского командования, должна обороняться до последнего человека и до последнего патрона. Бои на улицах Берлина против отчаявшегося врага не были легкими. Тысячи наших воинов пали смертью храбрых, не дойдя нескольких шагов до последнего рубежа войны. Вспомним, сколько подвигов, сколько нашей крови потребовалось, чтобы заставить этих поднять руки в Берлине. Чтобы в животном страхе забегали глаза переодевшегося гестаповца. Уничтожающий огонь по имперской канцелярии. Рейхстагу! Последний рубеж величайшей войны. Знамя победы! Слава тебе! Выходите из подземелья, господа. Над Берлином майское солнце. Оно им слепит глаза. О чем мечталось в окопах, что вынашивалось в солдатской душе, на пепелищах наших городов и сел, все, чем мы клялись на могилах павших товарищей, все сбылось. На берегу Эльбы мы встретились с союзниками-американцами. Восьмого мая для подписания акта о капитуляции Германии прибыли представители верховных командований союзников. Соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе. Так гласит документ, который пришлось подписать фельдмаршалу Кейтелю. В этот час в Прагу, где истекало кровью как с гитлеровцами народное восстание, спешили танкисты 1-го Украинского фронта. Вся Прага... В Прагу вошла и новая, родившаяся в боях с фашистскими захватчиками, чехословацкая армия. В эти дни созидалось великое единство народов. Единство под знаменем демократии и социализма. Наступил День Победы, День Радости.
Красная площадь, парад победы, неувидаема слава твоих боевых знамен, советская армия. Подвигами твоих воинов вечно будет гордиться Родина. Великой Отечественной войны